История российских органов правопорядка началась еще в далеком 1917 году. Однако официально праздник утвердили только в 1962. Теперь 10 ноября по традиции чествуют не только действующих сотрудников полиции, но и ветеранов службы, а также отдают дань памяти погибшим при исполнении профессионального долга. В этом году от традиционных праздничных мероприятий пришлось отказаться. Сотрудники полиции подвели итоги минувших 9 месяцев, возложили цветы к мемориалу в память о погибших коллегах, а также поздравили всех защитников правопорядка. Всем сотрудникам органов внутренних дел, всем-всем, кто сегодня на службе, кто сегодня отдыхает, самое доброе пожелание и поздравления в связи с праздником. Уважаемые коллеги, всех с праздником, здоровья, благополучия. Во имя и во благо работаем наших жителей Волгоградской области. Удачи вам, всего самого доброго. Присоединились к поздравлениям и воспитанники кадетских полицейских классов Волгограда. Чтобы порадовать будущих коллег, ребята выучили стихотворение. Пусть служба будет интересной, безопасной, а жизнь незабываемой, искристой. Пусть будет все всегда прекрасно у нашей доблестной полиции российской. Спасибо за мужество, веру и силу. Спасибо за то, что храните Россию. Пусть служба трудна и порою опасна. Старания ваши все не напрасны. 2020 год выдался сложным для всех, в том числе и для сотрудников полиции. Они продолжают свою работу даже в условиях пандемии коронавируса. По-прежнему раскрывают преступления, обеспечивают покой и безопасность граждан. Редакция нашего телеканала присоединяется к поздравлениям и желает всем сотрудникам органов правопорядка здоровья и спокойной службы. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области.